В Самаре благоустроят территорию, прилегающую к 133-й гимназии. Внутриквартальный проезд, по которому сейчас трудно разъехаться, расширят и обустроят. План проекта обсуждают с местными жителями. Елена Лапушкина осмотрела участок во время объезда Кировского района. За счет тротуара сделать уширение, парковочные места. Наше предложение, учитывая, что вот эта территория, она не используется жителями, мы уже опрос сделали, старые разрушенные вот эти вот кирпичные кладки, то есть сделать нормальную благоустроенную территорию с диагональными тротуарами и сделать не стоянку, а именно парковку. А это уже детская инклюзивная площадка по улице Старозагора, 140. Резиновое антитравматическое покрытие и специальные детские качели городу подарил певец Дима Билан. Городские власти помогут сделать территорию безопаснее и в буквальном смысле светлее. Смещается, вот так опускается. Она как пандусом. И по пандусу заезжаешь, но опять же нужно качельку держать. Поэтому здесь столько таких вот моментов, которые, ну правда, нужно прослеживать. Не остались без внимания и внутридворовые территории Кировского района. По некоторым адресам жители жаловались через социальные сети и Центр управления регионом. А на часть недочетов указала сама глава города в своих прошлых объездах. Сейчас все замечания устранены. Мария Ильчан, Ольга Хамракулова, Константин Головин, Николай Епифанов. События.